невероятно этот раз. Четыре, три, два, один, эх. Изменился цикл. Чё? Чуть-чуть цикл изменился. Думаешь, мы успеваем на хороший цикл следующий? Я думаю, наоборот, мы на или как. А, может быть, успеваем. Это предел. Ну, может, можно быстрее. Да там вроде не имеет. Там не имеет значения, потому что там все равно, даже если ты первый сделаешь раньше, там все равно ждать потом. Понятно. Значит, это все максимально быстро. Градиус я прошел где-то за 4 часа. Стейдж я прошел. Ну, прилично. Неделю это в сумме заняло. Неделю, типа стримов. Часов 10, 15, где-то в этом районе. Вообще неприлично ни разу. Ну. Да что в смысле зафорсил? Это, ну, так и есть. Хочешь сказать, когда там мы поставили, например, PB в коопе, ты приходишь куда захостили, пишешь там VR и даже ни капу, ничего не ставишь. Это не вранье, по-твоему, или что? Это шутка. Нет, ну он не пишет, что это шутка там. Не говорит, ладно, я пошутил там, или капу даже не ставит. Он серьезно пишет, и стример точно поверит. То есть именно сообщение выглядит как, ну, типа на самом деле. Или там, типа, пиано там убито. Так, я попробую еще раз. Вау. VR PS теперь. В VR такого не делали. Супер VR Pays. Супер VR, Супер Pays. Что? Окей, ты веришь мне? Да. Хорошо. Когда-нибудь наступит момент, что ты пройдешь этот сегмент быстрее, чем... Почему-то я не поверил в тебя. А зря. Испугался шарик. Я не могу стоять, Идите. Безнадежно сюда. Все равно я предупреждаю. Блин. Я всегда предупреждаю. Привет, Ашотовка.
Нет, это как раз таки было, когда там никто особо не писал. Блин, куда я сплит-то нажал? Ну, паузу там, анпаузу. Да, да, я все починил. Мастер тут можно фигню делать. Так, ты рестартишь. 7-2, почему я жму рестарт, а не ты? Так в смысле прочесть? В чужом чате ж пишут, никто не это... не видит. Блин, почему-то голд сплит на бабе лол. Ну, видимо, там какие-то миллисекунды. Хорошая фландра. Используешь новую статус. Но мы отыграли очень много, минуту, наверное. Так, как должны были. Сейчас опять залагает и все пропадет, не волнуйся. Нет. Ну, естественно, голд сплит и минус 1.03 на сплите. Ладно, раз так хорошо идем, я White and Black, если пройду один экран, я так и оставлю. Не буду выпендриваться. Все, можешь проходить White and Black. Да ладно, сколько тут секунд? 20? Я шучу. Я соскользнул с ящика. Как это вообще возможно? О, блин, я прыгнул слишком высоко, она поздно стриггерилась, отлично. Так, все, хватит. Ждешь, ни хрена себе. Жду, пока кнопка появится. Черт. Я верю в тебя. О боже, окей. Подожду все-таки. Я жду тебя на втором экране. Готовься. Вот ведь, а? Вот ведь. Никогда не знаешь заранее.
Окей, я прошел без смерти. Не считается. Так, ты ставишь, а я ставлю тон, да. Сейвы не берем. И не умираем. Там нижний скип какой-то очень уж плохой. Аж дисконнект он приводит. Да ёлки! Чё делаем? Заново, да? Я должен был ставить, ладно. А ну уже не важно. Блин. Я цехи, я встанем. Нет, я не хочу, этот скип вообще какой-то раковый. Нормальный скип, у нас просто вообще лагать началось, из-за него, по-моему, и скип заглючил, и все такое. Что? О боже мой. Это плохо. Так, сейф не брать. Есть, можно брать. Брать? Да. Ты его можешь брать без задержки, на самом деле. Убираю там себя. О. Nope. Ну. Тебе так, помочь? Так, тихо. Что? У меня на экране все нормально. Так, ты двигаешь. Окей. Ну это сложный прикол по поводу, почему сейвы не берем. До скипа, короче. Как много мы потеряли? Непонятно пока. Ну, надеюсь, хотя бы в плюс не уйдем. Говно, жопа, говно, ну. Дурацкая платформа, которая внизу там есть.
чуть-чуть, но это очень сложно успеть. У меня же конфетка есть, вот я дурак. Если ресет только не нажимал. Ну, конечно же, ресет после сейва нажимать. Конечно же, время мы потеряли, но не все. Минус 28. Есть над чем работать. Угу. Здесь мы умирали. Да, но чуть-чуть, один раз только на гранатке. На последней, причем на вот этих вот. И после этого мы оба выжили до конца, собирая все оптимально. Да, и меня овцы хотели убить, но не смогли. Ну я там встал типа в плохое место, но взрыв все равно на меня не достал. Блин! Ну это снайперская была. Ну там, наверное, плюс на минус будет за счет гранат. Посмотрим. У нас, когда мы доходим в конце после Эвейденса, там вот этого, до места, где секретка лежит, есть конфетки. Если мы бы этот скип не делали без сейвов, то бы конфеток у нас там бы не было. Ну да, много. Тут много скипов. Ну это посмотри спидраны ретро игр, там вообще скип на скипе и такая жесть происходит. Не там стоишь. Ну вроде ничего не потеряли по времени. Относительно PB, а ну конечно. Интересно. По сегменту, конечно, потеряли. Хотя нет. А, по сегменту потеряли? Нет. Ну, смотри, мы умирали. А, нет, нет, по сегменту не потеряли, минус 1,7. То есть видишь, смерть одна стоит дороже. Это любопытно, а я забыл, где ты умер? На Аллилуйе? Да. До сбора ящиков. Нет, или они не один ящик. 11 секунд. О, боже. 11 секунд мы выиграли. Нет, одну. Ну, чуть почти две. Две секунды. Да. Угу. То есть это... То есть умереть одному на Аллилуйе примерно то же самое, как умереть... Блин. Как умереть двоим на гранат. Угу. Да ёлки зеленые, хватит. Ну, блин, рип что-то. Сложный босс. Что сложный-то? Это атака сложная. Остальные рип. Особенно ракеты. Кузов, ты этот шарик взялся. Ты жив, ты умер? Я жив. Я вижу, ты спрятался в углу. Отлично. Ну блин, ну что за бред? Она заспавнила ракету внутри меня. Блин, прям прошила ракетой.
Ну я не знаю, что, будем резетить забег? Какие шансы отыграть? Я, наверное, сегодня больше не буду бегать. У меня что-то голова болит. А что, лучше доигрывай. Мы на Сонике много потеряли. Могла бы ты повыше заспомниться, а то я могу до тебя достать. Окей. О, отлично, она умерла. Это помогло. Что? Это стенка была. Я выжил. Ну ты стоял чуть левее вроде. Привет, Чокопай, это сложность хард. Ну которая вторая. Ну типа тут медиум, хард и мастер. Вот это хард. То есть раньше она в старой версии медиум называлась. Что нет, троллинг легче, чем на мастере, по-моему. Чё там по времени? Все плохо. Плюс сколько? Говори, сколько мы в плюсе, в минусе. Меня всегда только это интересует. Плюс полтора. Сойдем. Сейчас новый скип забыл. Кстати, третий стейдж был почти идеальный. Невозможно. Так, я допрыгнул, что мне делать-то? Ты сейф не взял? Нет. С ума сошел? Ладно. Так я только дошел. Окей, хорошо. All in, let's go. Ставь бомбу. Так. И потом для себя, да? Да. Все, работай. И очень желательно, чтобы ты все это сделал, потому что я только что... Сделал это? Да. Иди моим путем просто. Только проблема в том, что я умер, у меня нет телепорта, поэтому мы меняемся ролями. Угу. Готов, да? Сойдет. Не прошел. Иди скип. Что-то пошло не так. Ой. Твоя очередь. Да блин. Да проходи. Я умер.
Оу. Блин. О, да что, что? Невидимые блоки. Кто их туда поставил? Да, ёлки, это не... Это не идеальный стейдж 3. Что этот нет скрипа, где мы оба стоим слева сверху? Ждем, пока Мико фигней страдает. Блин, мне, я не верю, что этот забег можно спасти. Тренировочный забег. Ну, типа на Дементию вдвоем, там с первой попытки, Соник с первой попытки, там тоже вдвоем. Но. Смотри, сейчас надо будет минус 2, то есть плюс 2. Почему? Что? Окей, плюс 2.5. Но. На Сонике мы сохраняем минуту 15. Или 2 минуты сразу же. Офигеть. Плюс 2.20. Нет, плюс 2.25. На Санике все еще реально все это отбить. Все еще реально. Окей. И конечно же у нас это получится. Да я не могу больше бегать там. Я его перезапустил, но у меня голова все больше и больше болит. Доиграть еще. Окей. Если ты будешь вовремя кнопки жать, то мы отыграем секунды 3. Все, все, все. Понимаешь, что у меня задержка. Я не могу супер оптимально их нажимать. Если только не буду предсказывать утепление. Ну все, ну куда так далеко-то? Да я играю сейфово, чтобы ты гарантированно прошел прыжки. А какая разница, я прыгаю заранее. Сейчас будет супер оптимальный этот секвенс. Привет, Сахатуха. Привет, хайп. Отвинься, под... Окей. Мы уже в плюсе. Нет. Что нет? Тебе кажется. А, кажется, я зря это сделал. Сейчас узнаем. Нормально. Я нажал на эту кнопку. Я хочу заметить, что как только ты берешь синюю штуку... Могу рестартить, да, я знаю. Да. Но обычно это не спасает время. Время как-то до хрена сейчас было. Еще секрет надо брать. Угу. С утра с первой попытки был, да, вроде секрет.
все. Вот здесь ты сливался. Сейчас выберем время. Угу. Идеально. Плюс 2.40. Выигрываем все, немедленно. Поехали. Mm-hmm. Rush B, нон-стоп. Quick Sonic, let's go. Не, мы его уже не будем. Не важно. Ну блин. Тихо. Окей. Я промазал пяти пуль. Что за хрень? Не важно. Все равно оба умрем. Хрена себе. Ясно, спауны. What? Окей. Видишь? Интересно. А какое там время теперь? Плюс 45 сейчас. Плюс 46 голд сплит. Сейчас еще я не умру на шмакозе. Нет, это невозможно. Ты уже умер? Я умер, но не важно. Ну ладно, в принципе, мы на Дементе сливались, так что... А, ну чё, что теперь? Сколько у нас сейчас? Ноль? Нет, все равно. Ну там же мы также прошли этот сегмент. Не, я чуть-чуть урона больше нанес. Ну да, чуть-чуть больше, но... Сейчас Planescape оба делаем, не знаю, зачем оба. Плюс 36 и почему-то голд. Нет. Нет! Ну что они там делать? Да ну. Окей, хорошо, делай Planescape сам. Ладно. Че ты себе. Может нам просто поменяться на. Отлично делаешь Planescape, я считаю. Блин, если тут забег будет PB, это будет, конечно, мега тупо. Я не услышал, ты слишком тихо это сказал, но я думаю, что ты сказал, что если этот забег будет PB, то ты побреешься на лоз.
Я на сейв. Я нет, я только на хайп пришел. Взял на хай. Есть тогда все, но только одна монетка внизу осталась. Так получилось. Да, елки зря. Ты можешь помогать, если хочешь. А, не там, они. Ну я не знал даже какая. Вот так получилось. Долгая история. Бери, иди. Время лишнее, что ли? Сейчас все платформы были, я так понял, активированы. Экономия. Там есть шип, прикольно. У нас платформочки были не идеальные. Я рано умер. Искал. Блин, ладно. Это чтоб я видимым стал, правильно? А, это, кстати, был видимым. Это же сразу резетнул. Почему-то у тебя постоянно невидимые там пули всякие, враги, а у меня невидимый только ты. Ну, раньше ты тоже был невидим. Враги у меня всегда видят, только пули не видим. Как это, а эти... Это будет опасненько сейчас. А бабочки тоже видимы, да? Ну, не, бабочки видимые. Их пули не видим. О-о-о, давно такого не слышал. Давно такого не было, да. Довольно опасно запустил, так что приготовься к тонким прыжкам.
Тут была смерть. Сейчас радар нам покажет фирменный скип. Серьезная заявка на победу. Да. Nope. Не расслабляйся. Расслабляйся. Я нашел хороший. Почему сегодня так много пуль на экране? Как это вообще проходит? Ну это же я первый раз бессмертей, по-моему, прошел экран. Окей, спасибо. Как-то не попадаю, не торопись. Все нормально? Не знаю. Ой, вот сейчас будет плохо. Ай-яй-яй! Это был идеальный kill the guy до этого момента. Да? Да. Ай. Вообще совсем ай. На пустом месте тоже. Ну ладно. Где-то же должно быть время. Черт, Радар, это мы на PB идем. Если Дементио будет идеальный. Какого черта, ну? Я же говорил, хороший забег. Че ты мне не веришь? Ну вот, сейчас только. Ну, короче, плюс одна секунда. Атака. Если стоит здесь с самого левого угла в начале, то она менее рандомно зависит.
Все будет хорошо. Прикинь, такое по бэйби. Все будет хорошо. Все в тебя. После этого надо слиться на красных бош, я считаю. Ты еще на шипах долго провозился. Ну, как я. Не, я говорю, ты долго провозился. На пиби. Я просто очень сейф, я всегда играю на шипах. Мне стрёмно на второй прыгать. Я всегда с первого только урон наношу. Ну не всегда, но только когда я один. Ну тут уж не до сейфовых страт. Ну. Все или ничего. Давай. Столько патронов израсходовал. В этом месте я думал, что все, мы уже все просрали, и можно спокойно играть. Я играл совершенно на расслабоне. Я не знал, что у нас ПБП. Хорошо играть без сплитов, рекомендую. В моем экране ты прыгнул в единственную пульку, которая падала. Прям вертикально. Блин. Любое место хорошее, любое место хорошее. Просто не прыгай. Можешь идти вправо к нему, если тебе так удобно. Много хп, много хп. Нормально. Ну, блин, на троллинге. Это идеальное завершение. Лол. Лол. Ну это ВР. Чё? Чё? Это ВР. О боже. Как? Просто как? Как? Почему я не могу двигаться? Не знаю. А, потому что у меня окошко не фокус. Неважно. 49.13 на 30 секунд. А, это VR, потому что VR скрипт. Да это самый нелепый VR из всех, что я видел. А ты говорил ресетить на третьем мире, что за бред сюда. Пожалуйста, сюда. Я же говорил, что это VR. Говорил, что это хороший кран. Ну это бред, полный бред. Это ж прикинь, как потом отыгрывать, это там будет сразу минусы такие. Ага, а потом все. У нас была Камелия с одним ресетом, и Гай с одним ресетом. И Кастельвания с одним ресетом, с нулем ресетов, я не помню. С одним ресетом на ящик. Моя голова расслаблена. Жесть, просто жесть. Были на исчезающих платформах на третьем мире и считали, сколько мы сохраним, и ты мне не верил. Не понял, не понял, каких сюда еще. На третьем мире после троллинга. С ненужным сейвом. Важно. Ну, в общем, круто. Ждем, пока это отобьют теперь.